Керамика получается различными способами. Это способ прессования, литья или экструдирования. В данном случае мы имеем перед собой, вот я показываю, керамику, которая была получена методом прессования на изостатическом прессе. Последующая операция – это резка на заготовке и затем предварительная механическая обработка. Ну, как известно, конечный продукт после спекания является очень твердым и прочным материалом, поэтому предварительное формообразование выполняется еще в сыром виде. Это вот так называемая сырая заготовка, спрессованная, но еще не обожженная. Такого вида заготовка может быть обработана на токарных станках. За моей спиной станок японский Акума с числовым программным управлением. Этот станок может выполнять различные операции и с помощью, опять же, алмазного инструмента, несмотря на то, что она кажется, что может обрабатываться легко, как и действительно сыпется на вид и обрабатывается похоже как металл, все равно для этой керамики, для сырой керамики требуется алмазный инструмент. И в конце мы получаем вот такую заготовку, включая вот этот паз, который здесь есть. Насколько заготовка отличается после спекания от готового изделия, это явление называется усадка. Усадка порядка 15%. И для того, чтобы попасть точно в размеры, нужно знать свойства этого материала, усадочные в частности, и точно рассчитывать геометрические размеры до спекания.